За кольцами московскими, за горами уральскими раскинулись земли белые, на них поля золотые, а меж них жилы черные, ископаемые, дорогостоящие. В землях этих чудо-люди живут, имя им Билайн, а кипчелы трудолюбию обучены, а на сердце у них логотип. Творят они дела всем на диво, а себе в прибыль. Абакан — маленький, тихий, уютный, чистенький, зеленый город. Там все сильно по-другому, там не действуют не только законы Российской Федерации, но и законы физики. Вот вам Билайн с Абакана. Провел связь аж до самого до шамана. Мы узнали про этого шамана, он действительно стал нашим первым абонентом. Шаман в трубку мантры хороводит, а пчела народ, знай себе, POS-материал на твинско наречье переводит. Клиенты же кичен гей улус чонга хундут келевис тир, что означает фокус на клиентов, мы ценим людей. Сейчас, ну вот неделю назад я улетал, было минус 47. А в Норильске на севере крайнем десяток таксист охвачен Билайном. Кто вездеход или оленя заказать желает, по тарифу его вызывает. Я сам бывший таксист. Таксист в Норильске хорош, да и никель ничего. А на Алтае в горах высоко винтокрыл парит одиноко. Гигантскую мачту винтокрыл тащит, туристу разговор, Билайну монета. После того, как ее поставили вертолетом, там было несколько звонков, что там, кажется, она накренилась, она падает. Там народ переживал, волновался, просили поехать посмотреть. Там виды хорошие. Ну что сказать, приезжайте к нам на Алтай, отдыхайте. А в Томске городе в социальной роли нету недостатку. Справили там брендированную детскую площадку. У нас еще есть подшипный детский дом. Мы постоянно туда приезжаем к детям. Обязательно с подарками. Без этого никак. Дети. Побратим его Омск ведет народную стройку. Абонент сам себе сеть строит, сам улучшает. Да Омску пчеле лояльность повышает. Зачастую звонят даже из тех сел, где в принципе не может быть нашей связи, но они как-то вот забираются на пригорах, на крыше, звонят и говорят: дайте нам связь. Три базовые станции мы уже успели поставить, получается, что мы на эти жалобы отреагировали. А Новосибирск, земель тех столица, сочинил услугу, нельзя не соблазниться. Вместо скучных номеров цифирий, звони кому хошь. Алло. Сергею или Эльвире. Мысль возникла абсолютно спонтанно у специалистов отдела маркетинга о запуске такой услуги. Ну, наверное, для людей, у которых плохая память, в первую очередь целевая аудитория. Да Красноярск-то уступать не желает. Театральную постановку о мобильном этикете поставляет. Где ответить, а где трубку не брать? Кто телефон купил, должен понимать. Да, спектакль называется «Тайна трех звонков». По статистике запрашиваю театру, уже больше 25 тысяч посмотрели. Я сама смотрела раз 10, но мне понравилось. В Кемерове, в граде шахтерской славы, приютили Билайн люди хоккеистов голландской державы. На мировом по мячу чемпионате за это от губернатора им медаль. Вот те на те. Кемеровский филиал принял активное участие, выступил официальным спонсором чемпионата и дополнительно взял на себя шефство над национальной сборной Голландии по хоккею с мячом. А над ими всеми региональное управление заботу проявляет и терпение. 300 девиц круглосуточно при деле вяжут шарфы для филиалов, служб до отделов. Мальчики у нас не вышивают, хотя у нас работал один мальчик, который вязал салфетки крючком, дарил девушкам. Вышивают только те сотрудники, которые хорошо отвечают на телефонные звонки, получают 400 баллов. Вот какой он край сибирский! Сказочный да богатырский. Две великие реки,
по краям три державы. На четыре стороны ходить можно. У нас общие цели. Вилайна!